Конечно, можно. Погнали. Всегда рад. Прикольно. Да? Да. Чтобы что, а то сейчас просто дерево, понятно, что... Это правда я. Как дела? Все хорошо? То вот если бы он ехал с той стороны... Настроение хорошее. То же самое, да? Ну все. Ага. Улыбайся чаще, хорошо? Мне кажется, топчик. Ну да. Вау. Вот именно так. Вау. Хорошего дня тебе, солнышко. Смог. Ой, спасибо. Пакет, давай. Солнышко, хоть мы с тобой далеко, но я все равно слышу тебя. Я ненавижу расстояния, я не забрать тебя у меня. У меня и только наше обещание. Я не говорит мне, что все не зря, но все же я ненавижу. Расстояние. Милашки, очень красиво. Да красиво, ты сомневаешься? Все, прощайся со своим телефончиком. Сотка? Да я видео снимаю. Да что ты бреешь? Я же говорю, сфоткала. Спасибо. Давай, чувак. Я квакер. Поквакай тогда. Точно квакер. Поквакай страшно. А ты мне нравишься, да. А ты краснеешь, когда злишься. Еще позлись, пожалуйста. Вау! Ты тогда же симпатичней. Да правда, что? Ты горишь, как агония. У меня агония. Это любовь, это или любовь. Это паранойя? Нет, это паранойя. Агония, я запутался. У меня агония. Любовь или паранойя? Это любовь, или это паранойя? Паранойя. Такой, и прошу. Вы тикток снимаете? Сейчас? Да. Нет. Конечно, конечно, я мы снимаем. Я вас смотрю, ваши видосы хищника. Красава, дай я тебе руку возьму. Вот, умничка. Как настроение, хорошо, да? Самое главное. Че, можем селфануться? Хочешь селфи? Да. Ничего себе, у тебя там целая гвардия. Целая банда. Бенда. А вы тиктокер? Да. Я тиктокер, да? Здорово. Такие вы, конечно. У вас прям банда тут целая. Привет. А можно обняться? Привет, конечно. У тебя офигенный голос. О, спасибо большое. Спасибо. Улыбайся чаще, ладно? Улыбки и свет. Все. Я слежу. Привет. Будет ровно 3 года, как я съел первого карпа. И как было вкусно? Нормально пойдет. Ну, караси вкуснее. Карась. 14 сентября. Я запомнил этот день, как сегодня. Ну, почему ты запомнил? Ну, потому что это был первый карп в моей жизни. Первый карп в жизни? Да. Я его лично поймал. Рукой. Приготовил? Вот так вот. Эдя. И все. Приготовил. Живем? Просто... Ну... А как его по-другому надо есть? Пожарить там, посварить. Серьезно? Конечно, попробуй. Я не знал. Я так чисто, и все. Ну ладно. Ну, в следующий раз попробуй.
Но ты не думай, я не того. Но... Я адекватный. Да, конечно. По мне же видно, что я адекватный. Да. А куда мы идем? Куда ты меня ведешь? Мы идем вперед. Наверное. Только вперед. Только вперед. О, Господи. Нет, просто если мы сейчас поднимемся. Если мы сейчас поднимемся, мы будем спускаться до завтра. Это точно. Поэтому я и хочу уточнить. Привет! Крутышка какая! Давай, Питаля. Бам! Извините. Разрешите вопросик задать? Пожалуйста. Какую капусту вы любите больше? Тушеную или квашеную? Квашеную? Да. Серьезно? Да. Спасибо большое. Я проиграл. Ты проиграл. Итак, ну, загадывай. Итак, твое задание. Видишь ту девушку, которая уходит от нас в шапочке? Ну. Возьми у нее телефон. Хорошо. Так, огоняй! Девушка, простите. Простите, извините. Можно я оставлю вам свой телефон? Зачем? Просто очень хочу с вами сфотографироваться и встретиться как-нибудь. Ну, пожалуйста. Ну, хоть сфоткаемся, давайте. Давайте сфоткаемся просто. Ну, давайте. Нет, какой-то у вас селфи не очень. У меня? Подождите. Ну, да вот так вот. Вот так. И вот так. Не буквально же! Присели такие, сидим тут. Сидим. Куда едем? О, может, подставлю под человек дом. Оставишь, я голову кладу, конечно. Я немножечко посплю тут. Да, давай колыбельную спою. Буквально чуть-чуть прям. Ложный снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, дубышка, не спишь? Спят твои соседи. Ты станцию не пропустишь? Белые медведи, спит ты, скорей, малыш. Мы в паре идем. В комплекте. В комплекте, да, вот, комплект, правильное слово. У нас студенты дипломку электроники пишут. О! Пригодится. Да, отлично. Можете показать студентам. Сказать вот так вот не надо. Надо вот так, так, надо так. Вот так вот. Понял? Понял. Да, понял, я понял. Ой. Красивый мужчина. Опять ты мне встретился, а? Да. Поменять цвет. Старый знакомый. Вообще без проблем. Поменять могу вообще без проблем по щелчку. А? По щелчку могу поменять, смотри. Смотри. Бам! Бам! Ты пропустил. Саша. Вот так. Ребятки, а вам какая капуста нравится больше? Тушеная или квашеная? Молодец, квашеная? Правильно ты. Никому не нравится квашеная. Молодцы, тушеная. Шарите. Грустно как-то. Давай. Ну, иностранцы. Такие цветной бульвар. И что это? Ты, кстати, знаешь английский? Нет. А китайский? Нет. О, будь да, не шо шма. Конничева? Нет, конничева, это не оттуда. У них нихао. Нихао. Да. И цайте. Нихао. Нихао это привет, цайте это пока.
Пока. Зайти. 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 Да.